Здорово. Нет. Сейчас придумаем. Опа, директор. Вы представляете, что случилось? Значит, мне сказали, что здесь голый жотум, но оказалось, его нет. Да, ну поэтому мы проведем вам небольшую экскурсию по завтраку. Чем нас кормят в Америке? Здорово. Мы подрубили перископ. Вот почему здесь все такое жирное? Просто присмотритесь к этому. Это огромная куча жирного бекона и каких-то огромных жирных сосисек. Вот вообще, что делать человеку, который не ест жирное, как я? То есть не жирному человеку. Что делать? А куда делся инмейт? Я даже не знаю. Пойду налью хотя бы чай себе. Так. Я целый день не дрочил ради этого. Зато тут офигенный выбор чая, короче. Какой-то очень крутой чай у нас, такого в принципе не продают. Ну, может где-то и продают, но я хз не видел ни разу. Какой-то просто очень крутой чай. Что ты несешь? Здорово, депутат. Депутат. Так, хвеста нет. Ну, конечно, я на самом деле я научился у Ферамира делать название. Я думал написать, что на завтрак на Интернешнале пришла голая Карина, но потом подумал, что Карина это было бы слишком большим обманом. А вот жотом нет. Теоретически жотом мог бы здесь оказаться. И сейчас мы будем наливать чай. В прямом эфире, ребята, в прямом эфире. Да, детка. Это было серьезно. Ладно. А если серьезно, я сейчас расскажу вам историю про то, как я сегодня проснулся в 5 утра. Как я уже 2 дня подряд просыпаюсь, в общем, не в то время, в которое нужно. Рассказать тебе историю? Давай. Мы, правда, в перископе. Подожди, будем смотреть, как ты кушаешь. Я расскажу тебе свою, почему я уже не смущусь. Кушаю. Почему? Я проснулся рано. И это вся история? Вся история, просто лёг. Ты скучный, ты нет, скучный. Я вчера скучный, потому что я не выдержал монолог Ласта с Витей. А что с ними не так? Ну, они как бы спорили, но говорил лос. Вот. И часа полтора я их послушал, понял, что градус неадекватно зашкаливает и ушел спать. Подожди, Витя с Ластом? Да. Так это Витя как... вроде адекватен. Вот, ну то же самое, что смартфон бывает, один в один. А о чем они разговаривают? То же самое. Понимаешь, насколько все плохо? Я тебя понял. Ну это потому, что Лос вчера записал интервью с Марфом. Вообще они, походу, подружились. Нет, я про то, что вот, у меня в итоге немного жор проснулся. Да, я понял. А я знаешь, по какой причине сегодня не сплю рано? Потому что мне позвонили в 5 утра из The Question, есть такой сайт, вопрос, короче, The Question. Где просто ты можешь зайти, задать любой вопрос, а они, мол, ищут, кто им ответит на этот вопрос. Они что, вообще ебанули? Потом человек звонит со своего личной мобилки. Я хотел ему сказать, что парень у тебя по 100 рублей в минуту сейчас отклеивается. Может, повесишь? У меня тоже. Но я такой, знаешь, из разряда подумал... Точнее, нет, я подумал, сейчас он закончит. Он еще что-то очень долго говорил. И я ему пытаюсь потом объяснить, что говорю, у меня нет времени отвечать. Я говорю, вообще не дома, короче, говорю, не звони сюда. Но он в этот момент, когда я ему начал объяснять, говорит, вас очень неплохо слышно, повторите. Я просто повесил трубку. Это просто
Манере, когда мы были, там тоже снимали за... Может, для буржуев... За любой входящий, просто за факт входящий, 250 рублей. Да, я тоже. Не, в Маниле открылись. Притом ты прилетаешь в Манилу, и тебе пишут, мол, 20 рублей минуту, вот это вот. А на деле у меня как, у меня типа стоит такая штука, автоматически деньги со счета банковского переводятся на мобилку, если меньше 500 рублей становится там. Я просто кому-то позвонил, вот это вот, смс-ка приводит минус 500. Что-то еще Ольге позвонил буквально, когда она из аэропорта в аэропорт прилетела. Минус 500. То есть ты просто кому-то один раз набираешь и минус 500. Классно. 10 баксов за минуту. Нормальные тарифы. Не, они там живут, вообще не тужат. Еще столько полицейских содержать, я могу понять. Да. Мы тогда уехали, и на следующий день предложил президент за голову наркобарона по 100 тысяч баксов, а наркобароны предложили 400 тысяч за голову президента. А все наркобароны уже уехали. Ну или так. Но это были мы. Кто не понял шутку. Ту-ту-ту-ту-тум-тум. Нес, если бы ты мог банить в чате Твича за одну вещь, какая бы это была вещь? Я бы банил за мат. Так, а тут что? Тут у нас вафли. Вафельки. Эй. Морнин. Ладно, будем есть омлет. Там лет он сухой, невкусный, на самом деле. Грех, конечно, жаловаться на халявную еду, но, блин, ну серьезно, почему они вот это едят? Мне просто, если я съем эту сосиску, я же умру. Она выглядит как сам жир. Ну, не как дред, а просто как что-то очень жирное. Отвратительно. Просто ужасно. Я воюю не с Майлом, статус полиции, а с поваром. Блин, никто не знает, кто такой повар. Все спрашивают, кто такой повар? Ну, говорим, это наш повар. Короче, вот вон он сидит, руинер, который нам... У нас 6-6 в итоге с этими. Если бы кто-то с Умаила бы не зафейлил... Баланс. В стране. У нас тоже баланс 8-8. 8-8? Да, у нас будет ПГ с Вилатом. ПГ с Вилатом, а я с поваром воюю. Ну и потом в финале будешь сорвану на пузе разбираться. Если ты не обыграешь повара, то ФЛ будет. Как бы да. Так вот. Нечем других. Если что, Серега уже, скажем, своим следующим высказыванием и действием, он от КБУ уже не просто покинул его, он отдаляется теперь, без возможности вернуться. Тебе, это твой фейл, как у нас обычно в КБУ, то все брат за брата там. Вот это вот. Если ты один на один не обыграешь повара, то тебя тоже выгонят. В Кунане вообще нахуй. В смысле, повар статсмен, он должен в доте знать все. Именно он статсмен. Ну, он знает только 5 минут, потом он ничего не знает. Забывает. Смотрите, идет главный босс. Тан-тан-та-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. В играх ты проходишь до 30 минут и вывод. Про кого? Про Майла или про Румына? Да Румын нет, про Майла, смотрите, он... Он клеит женщину и идет к нам. А, как дела? Ты разобрался со своими этими... Чем? Шмотками, венцом. Ты бухнул вино? Ну, так. Нормально? Бухать я его не смог, не знаю. Но вот на вкус более-менее. Ну, на самом деле, я посмотрел, он не супер дорогой. Но я разобрался со шмотками. Мы в перископе еще. Я понял. Чтоб ты не, потом чтобы не сказал лишнего. Раз, да. Как когда ты 10 минут что-то рассказывал? Может, глаза такие же красные, как в прошлый раз. Не знаю. Это... Так ты те шмотки-то принесли? Нет, сказали, что сегодня принесли. И мне не принесли. Ну, знаешь почему? Потому что там написано 36 часов. Ну, да, но, типа, я бы так, наверное, и даже не подумал об этом, но, учитывая бутылку вина, сырок. Сырок, кстати, был очень. Ну, конечно, сырок вкусный. Еще бы он был невкусный. Клубничка была. Вот. На бумагу потратились. Вино, оно такое... Не знаю, я слишком был. Мой желудок слишком
расстроен. Чем? Играми Нави? Нави еще не играли. Вчера ты что, видишь будущее? Вчера Сипом не играли и с кем-то еще. И что, проиграли всем? Да, нет, ничья. Ничья? Ну, возможно, он слишком волнуется, Денди, значит, это волнение. Денди на Разоре? Да, я сказал, что понравилась только одна игра, когда Страксой была. А кто-то на Войде есть? Без идей. Воруй Сандер? Ну да, конечно. Самон тяжет, мой люди пишут. Ну, что ж, Наргиль. Выглядит наш прекрасный завтрак. Плюс-минус. Голову жжет мы здесь не оказалось, хотя я всех заманивал именно на это название стрима. Ну, он вот. Спит, наверное, с красивой. А жжет, кстати, говорил, да, что он спит без трусов, да. Притом даже говорит, когда он спал в одной кровати с Эшем, он тоже спал без трусов. Возможно, и Эш тоже спал. Бля, директора пансионата не будет, да? Вот. Но это не важно. Не важно. Наша трансляция начнется через сколько? Трансляция начнется через часа два. Да. Так что заходите и смотрите. Увидимся в эфире. Как выключить трансляцию так, чтобы... Вот. Увидимся в эфире. Пока.